ЖК, я вам все обязательно поэтапно буду рассказывать. Буду рассказывать, как называется ЖК. Вообще, ЖК, я просто скажу, где это территориально находится. Это Спартак, метро. Там прям недалеко от стадиона. Любимое мороженое вообще по настроению. Я люблю шоколадное чаще всего. Очень люблю магнат, знаете, с цельными орехами. Это прям моя любовь. И люблю еще щербеты. Спасибо. Что с голосом? Мы очень хорошо отдохнули на выходных. Ах, и я посадила голос. Квадрата в квартире будет почти 100, там что-то 97 или что-то такое, короче. Я говорю 100, округляю, дабы вот эти вот пару сантиметров не высчитывать. Когда за вторым хороший вопрос, мы в процессе. С недавнего времени. В Приднестровье не была. А, в Водниках. В Водниках я в спортзал нигде не хожу, потому что тут нет каких-то таких нормальных залов. Я вообще езжу в Юну. Я хожу за своим тренером. Я познакомилась с ней, когда тут был, забыла, как спортджим или как назывался, классный, в Норде. Обалденный фитнес-центр был с большими панорамными окнами, все, как я люблю. И потом его все расформировали, закрыли, и я пошла за тренером. Она пошла сначала в Рио, я туда ездила, вот в Рио есть, забыла тоже, как называется, у меня память. А потом в Юну, вот за ней, то есть там ничего такого красивого, просто я за тренером за своим хожу. И сейчас временно мы на Алтуфьево занимаемся. Ну, будем возвращаться, наверное, в Юну. Так. Вот вопрос Валентина задает. Всегда удивляюсь, как с такого малого возраста нанимать няню. Именно поэтому у нас в комнате везде камеры. Конечно, конечно, это большая ответственность. В том-то дело, у нас есть камеры везде, кроме спальни. То есть на кухне, в детской и в коридоре. И, конечно, наша няня прошла все максимальные проверки. То есть год. То есть с 6 месяцев до полутора примерно она приходила на 4 часа. Только на 4 часа, чтобы вы понимали. 5 дней в неделю на 4 часа. И когда я была мне уверена на 300%, мы же ее там и за границу брали, все. Тогда я начала позволять, ну, как бы, им гулять без меня там или без Андрея. Поэтому тут очень непросто. Если у вас есть няня по рекомендации, это просто лучшее, что может быть. Кстати, хорошо меня слышите? Ирина. Нет, в ЖК у Спартака есть и апартаменты, и квартиры, там прям несколько. Дома я готовлю. Конечно, чаще готовлю. Ну, а еще няня, так как она мне готовит для Святослава, зачастую, то есть она говорит, я не могу там приготовить маленькую пиалу борща, да, я приготовлю большую тарелку. То есть няня мне как бы с готовкой помогает. Во Франции были, да, в Париже, как раз когда я была беременна Святославом, это под Риме сделал подарок на день рождения, поездку в Париж и в Лондон. А Мариночка пишет, почему Андрей всегда делает акцент, когда вы немножко вина пьете, как-то обидно за вас, или он так шутит. Ну, что поделать, если я алкашка. Ладно, шучу, ну, конечно, это шутки, ну, друзья, вот... Без чувства юмора жить вообще очень-очень грустно, обидно, тяжело, сложно. Круто, когда в паре есть шутки друг над другом. Я абсолютно нормально отношусь, потому что я реально люблю вино. И одна девушка мне как-то написала в каком-то комментарии, как в сухую землю. Это теперь просто фраза номер один. Мы теперь с моими всеми подружками ржем, что типа просто как в сухую землю. Я реально вина, вот я могу пить, я не замечаю, как раз там бутылку уже выпила. Или там вдвоем с подружкой пьем, раз там уже бутылка раз закончилась, вторую заказали, выпили. Понятно, что это не часто. Ну, люблю винишко, что поделать. Вот просто, ну, вот, допустим, пиво, я выпиваю бокал 0,5. Второй еле-еле 0,5. Ну, не могу, не хочу, никогда не напьюсь. Виски терпеть не могу тоже. Все это тяжелое, многоградусное, не могу. А вино вот просто, как водичка, понимаете? Ну, чтобы вино тоже в меня не входило. Так легко. Насчет операции на глазки, почему не думала раньше, потому что я так хорошо вижу, то есть у меня астигматизм, я и без очков очень хорошо, ну, то есть достаточно хорошо вижу, то есть вот я вижу, что там, допустим, написано на табличке, я считаю, что это
хорошо, хорошо видно. Видите, да? То есть я вижу, что на этой табличке написано, вот на вот этом стенде вижу, что большими буквами яхт-клуб «Аврора», да, вот это я вижу, а там, естественно, ниже уже не вижу. То есть у меня такое зрение максимально комфортное для жизни, я как бы не думала, но я чувствую, что оно начинает падать, и так как моя работа связана, естественно, с телефоном, без этого никак, она и дальше так будет связана, то возможно, почему бы и нет. Просто раньше я переживала как-то, что что-то будет не так, а сейчас такие технологии, вот все, кого я знаю, все, кто сделали операцию на глаза, все довольны, говорят, что мы раньше этого не сделали. Да, у нас большая беда на районе со спортзалами, согласна. Я, кстати, не хочу никого обидеть, но турецкие сериалы терпеть не могу. Я просто не люблю вот это все такое длинное, тягомотное. Я не люблю, когда целую серию она пытается зайти к нему в дверь. Или целую серию она продумывает план, как от него сбежать. Или целую серию она по нему страдает. Я вообще сама по себе такой человек, я люблю все быстро, четко, резко, туда-сюда, обратно. И сериалы я люблю, когда это один сезон на 11 серий. Кстати, надо, наверное, сторис выложить с рекомендацией моих сериалов. Они реально классные. И прям вот такие на одном дыхании. А вот это вот. Без обид, девчата. «Клон». В свое время я смотрела. Это по сей день мой самый любимый длинный сериал, который я реально смотрела. Я обожала «Жади». Она мне очень нравилась. Но все. Больше я такое смотреть не могу. Да, Оксана, спасибо большое. Купили квартиру. В Тищах вообще не бываем. Как-то так получается, мы если уж едем, то едем в Москву. То есть в Химках-то тоже, ну, может, проездом. Ой, мамулечка моя, бабулечка меня смотрит, мои любимые. Жду не дождусь встречи нашей совместной. Дай бог. Как прийти в себя после родов? Нужно просто время. Александра, я вам гарантирую, все поменяется. Для меня тоже это было очень тяжело. Вот есть мамочки, наверное, которые вот, наверное, рождены, не знаю, либо у кого детки. Вот есть такие детки, почему вообще мы начали, ну, нуждаться в няне, так сказать. Потому что вот в моем окружении, наверное, у 70% подруг, у знакомых, дети там первые 3-4 месяца спят после родов. Ну, то есть покормили грудь, спят, покормили. У нас Святослав спал только на человеке. Только на человеке. То есть если мы его перекладывали, он будил себя ручками. Понятно, что я пеленала, но когда ребенок маленький, он спит постоянно. Я думала, блин, ну как я буду постоянно его пеленать? Это же все равно ему тяжело. И это геморрой, но он только отрубился, я должна его себя переложить, запеленать. Ну, короче, мы так хапнули первые 3 месяца очень сильно, что я понимала, что я не смогу без помощи. Хотя моя мама моя была, она тоже приезжала. То есть столько нянь у нас было, мама Андрея, моя, и все равно, ну реально, без преувеличения, это было сложновато. Все, постепенно ребенок взрослеет, становится легче. Мы тоже так, как в сухую землю. Вот это имейте в виду, классная фразочка. Вино белое сухое, да. Еще просека люблю. Подружка моя, Маринка, она говорит, как ты это пьешь? Андрей говорит, фу, как ты это пьешь? Мне прям нравится, такой газированный, такие газики, такие... Тоже не замечаешь, как можешь бутылку выпить. Ремонт в квартире, я думаю, не раньше, чем после Нового года. У сыночка астигматизм, говорят, с возрастом он проходит. Ну, честно говоря, нет, астигматизм нужно лечить. Не знаю, не слышала. То, что у меня сейчас есть, какой результат, да? Это колоссальная работа проделана. Моя мама с 2 или 3 лет лечила мои глаза до 18. То есть я приезжала в Одессу. Филатова клиника, очень у них популярная, знаменитая, лечилась. И потом еще зимой, то есть мне заклеивали глаза, тренировали мышцы глаза. Там так просто астигматизм, я не знаю, может быть, с переходным возрастом. Но у меня была достаточно запущенная история, поэтому приложено было много усилий. Море Алто, португальское, просто бомба, пушка. Да, понимаете, дело в том, что я много знаю хороших вин, но просто у меня скрины есть в телефоне, поэтому, ну... Я и так хорошо пью, мне и так нравится вино пить. Почему ты много пьешь? Почему я много пью? Просто если я пью вино, мне нравится его пить, я могу прям вот с удовольствием выпить бутылочку за вечер. Но потом умирать и болеть на следующий день.
Я всегда стесняюсь носить очки, но когда вижу такие красоты, как вы, то представляешь, что я такая красивая. Конечно, я вообще сейчас. Раньше я тоже, когда маленькая была, ну вот в саду, в школе, наверное, в первых классах, а потом все. То есть, во-первых, мне, ну, очки реально идут, и мне нравится, и сейчас столько стильных моделей. Ну, посмотрите, если, вот, я думаю, что кто меня смотрит, тоже подтвердит, вот много девчонок просто одевают эти очки для стиля, вот просто одевают с прозрачными стеклами. Мне кажется, блин, девчонки, да радуйтесь, что у вас зрение хорошее, что вы их надеваете? Модно, классно, стильно. Сейчас очки — это прям вот тренд, вот 100%. Очень много разных моделей. Обязательно каждая себе найдет. Квартиру, да, купили в Москве. Бумажный дом. Тоже начинала. Не смогла. Какой, вот, кстати, очень часто меня вообще спрашивают, какой краской я крашусь в чат, милый мой. Я же хожу в салон, я никогда дома не крашусь, никогда. Я даже название, я даже не спрашиваю, потому что это смешиваются несколько красок, потом еще тонируют. То есть в свое время, когда я еще не ходила в салоны, когда у меня была такая возможность постоянно там краситься в салонах, это было в субботе, там еще в школьные годы, ну там сад 11 класс, понятно, я просто вот так вот брала половину головы и обесвечивала Эстель, вот это вот перекись водорода, или как это, 6%. Просто вот так вот фигачила на корни, и все. Мне было, я любила этот стиль Шакиры. Ой, не Шакиры. Ну, Шакиры тоже так было. Кристина Агилера. Низ темный, а верх светлый. Вот и все. У меня сейчас хна. Хна. На бровях. Обожаю хну, потому что, видите, у меня какие густые брови. Все это прям мои брови. И по ним просто прошлись хной. И так как я так, как вот я... Я поняла, почему мне многие девчонки пишут, блин, у меня хна не держится, не держится. А хна, видимо, держится только на густых бровях. Потому что когда много волос, вот, много их, то краска хорошо держится. Именно хна. А у кого нет волос, то лучше краска. Потому что я когда вот сколько делюсь, говорю, блин, так люблю хну, реально. Вот я сейчас месяц вот ходить с такими яркими бровями. Потом мне будет чуть-чуть подходить еще две недели. А мне все пишут, ты что, хна не держит, не держит. Типа, ты что там гонишь? А у меня держит, ну, потому что у меня волосы, видимо, густые. Я делала губ перманент. Я тоже спала только на человеке, и все было то же самое, как у вас. Поэтому больше... Боишься ржать второй раз. Ну, есть такое. Поэтому мы как бы не родили по году. Почему? Вот только сейчас, только примерно после Нового года, наверное, ну, я поняла, что я готова. Ну, как бы почти в 3 года, если слава. А мы ездили на море в Одессу. Просто кайф. Передавайте Одессе большой и пламенный привет. Как сохранять спокойствие с ребенком? О, хороший вопрос. Именно поэтому у нас куча нянек. Потому что Святослав у нас очень эмоциональный, очень характерный. Сейчас многие скажут, и у меня, и у меня, и у меня. Да, у всех детки, безусловно, характерные. У всех есть там, ну, как бы, свои какие-то капризы, истерики, загоны у детей. Это все, да. Но есть дети, которым ты дашь по жопе, и они понимают. А Святослав может сказать, давай еще. Смеяться. То есть ему пофигу. Мы уже разные варианты пробовали. С ним только разговаривать, только объяснять. Поэтому у нас как бы есть и, вот, и папа полностью занимается сыном, и я, и няня. То есть у нас, так сказать, каждый человек в ресурсе и в энергии. Потому что если бы я одна была со Святославом, его вот такой вот характер, признаюсь, мне было бы сложновато, да. «Контейнер» смотрели. Это что такое, сериал? И наш российский сериал «Жить жизнь». Содержанки. Жить жизнь содержанки и беспринципные. Ой, в Сургут очень хочу, очень-очень хочу в Сургут. Дай бог, очень не получится. Сильно хочу вообще. В августе будет 2 года, как я там не была. Я считаю, раз в 2 года я просто обязана там появляться. Каждый год сложновато. Раз в 2 года, да. Хна, фирма тоже. Вот вопрос. Я прихожу в Броу-Броу, мастерскую. И мне красят. Я не беру тюбики, я не смотрю названия, потому что мне это не нужно. Я же снова туда вернусь и сделаю. И я так понимаю, что, в принципе, любая хорошая хна, она будет хорошо держать. Вот какая-то вот качественная. Потому что я помню, где бы я ни красила, вот реально, я даже какую-то первую попавшуюся могу зайти, мне покрасить и долго будет держаться.
У кого-то татуаж нифига не держит, вот видите. Почему Андрей постоянно сына бьет? Такой вопрос, но не знаю я, когда он сына бил. Андрей может ему дать по попе, но это крайне редко, когда, наверное, ну, в таких ситуациях, когда Святослав кого-то обижает, естественно, Андрей его там может отвести, дать ему по попе, когда он прям, ну, совсем не слушается, да, там, одну девочку ударит, вторую, бывает у него такое. Вот, кстати, кто-то тоже советовал, типа, если Святославу хоть кто-то даст в ответ, да, то он там может успокоиться. Но вот, чтобы вы понимали, он даже пятилеток, шестилеток может подойти и как бы там толкнуть или что-то там сказать, и никто ни разу ему еще в ответ не дал. Никто. Таких смельчаков еще не нашлось. Хотя, если бы кто-то дал, реально, может быть, он уже понял. Потому что это самая, наверное, большая проблема, из-за которой мне очень сложно гулять со Святославом, поэтому с ним гуляет только Андрей. Потому что я не могу. Меня же сразу так вот трясет, когда Святослав начинает кого-то обижать. У вас тонзиллит? Нет, у меня просто из-за горла насморк чуть-чуть. На Украине, конечно. У меня бабушка в Одессе живет. Сегодня какая-то другая. Так, что? Слушайте, я пользуюсь тушью Vivienne Sabo. Она мне очень нравится. Но сейчас я уже... по рекламе многих блогеров, вот это вот манифест или манифесента, как-то так заказала, она мне придет, и я потом с вами поделюсь впечатлением, потому что она, походу, даже круче, чем Vivienne Sabo. Встреча с подписчиками в Долгопрудном, а что, есть такие подписчики? Вас много? Чтобы сделать такую встречу. Парфюм Баккарат. Мне сейчас очень нравится Баккарат. Кирки. И третий, все время забываю, как его зовут, он от Armani, селектив, тоже очень вкусный, но забываю, молекула мне очень нравится. И еще один, тоже забываю, надо мне фотографию выложить. Завтрак я часто ем или омлет, или просто яйца, или гречку жарю, хотя варю, потом жарю с яйцами авокадо. Давно я что-то красную рыбу на завтрак, ну именно не готовила. Угу. Ресторанных завтраков я не делаю. Сибирь. Привет, Сибирь. Когда... Кстати, впервые слышу по поводу мусорки в Долгопрудном. Я знаю примерно место, о котором вы говорите, там уже гора. Мусорки, я там даже ни разу не видела, кстати, надо у Андрея спросить, потому что, наоборот, почему север Москвы, почему на севере дороже квартиры, вот, допустим, мы тоже взяли, у нас получается либо северо-запад, либо северо-восток, я путаю, а потому что тут чище воздух, ну, как-то вот из какого-то времени так сложилось, сейчас, понятно, может, какие-то заводы позакрывались, но почему-то до сих пор на севере квартиры дороже, то есть на юге где-нибудь, там, Новомосковске, Новая Москва, еще какой-то там значительно дешевле квартиры, чем этот... Даже у нас тут вот в Долгопрудном будут. Они реально дешевле. Если бы тут был какой-то засранный воздух, наверное, бы так не было. Тут есть просто гора, которая уже давно обросла. То есть просто как холм. И кто-то говорит, что когда-то там была свалка. Не знаю. Кстати, в Беларуси мы не были. Доела. Хороший вопрос. Почему не приезжаем в Сочи? Мы сейчас вот планируем в Абхазию ехать. С малышом, с сыночком, с мамой Андрея. Сочи просто... Сочи очень дорого, необоснованно. То есть я не готова такие деньги отдавать за Россию. То есть, ну, без капли привлечения. Потому что я бы хотела, конечно, жить в хорошем отеле, в крутом, да, там 5 звезд. Ходить по ресторанам. Ну, в общем, отдыхать, как бы отдыхать, да, и... Я понимаю, что примерно такие же деньги я потрачу в Турции или где-то за границей, то зачем мне Сочи? Были там один раз, и этого достаточно. Мы даже сейчас думали, там, допустим, совместить Абхазию и Сочи, но, блин, такие цены. Кажется, ё-моё, вы что, шутите, что ли? Сочи? Почему такие цены? По
По поводу отита вроде пока нет. Привет из-под Одессы. И вам большой привет. Держитесь там, пожалуйста. Да, это вся херня закончится. Да, мы еще на гимнастику Святослава поведем. Завтра, послезавтра поделюсь обязательно его успехами. Как бы назвала дополнительный выходной день? Такой сложный вопрос, не совсем поняла его. Андрей на работе едет, Стетов. Свекровь называю мамой. А что там вот кто вопрос-то задал по поводу, что типа это Андрей типа, часто бьет сына, что куда там пропал этот человек, хотела бы подробностей. Какая-то чушь. Красотка, аристократка, Кристи. Так, как теперь относитесь? О, боже мой, честно, уже комментировать тему Ромы и Марины, я считаю, вообще не актуально, совсем уже много времени прошло. Я высказалась, это даже репостили паблики. Спасибо. О том, что для меня два этих человека максимально неприятные и максимально подло. Вообще для меня это грязно и подло, когда твоя подруга, даже если она не сильно подруга, а хорошая знакомая, спит с твоим мужем у тебя за спиной. Если в двух словах, то это максимально стрёмно, низко, отвратительно и просто вот по-уродски. Такого не могу сказать. Эти люди у меня вызывают только отвращение. Это пара. Я вообще не понимаю, как они там что-то постят в Инстаграме. Кто-то ему еще пишет, какие они, наверное, классные. Я не знаю. Мне кажется, хейтеров у них больше. Ну, не знаю. Люди кайфуют. Карма. Надо не забывать про карму. Да, у нас вся семья с фамилией Черкасова. Просто у меня есть вопрос, зачем есть на камеру? Просто я сижу в кафе, я понимаю, что у меня есть время, вот прям совсем-совсем свободное время. Я решила выйти в прямой эфир. Если вас это напрягает, вы можете выйти и не смотреть, как я ем. Это же так просто. Просто я не понимаю, зачем напрягаться. Вот если бы меня что-то раздражало, если бы я зашла в прямой эфир, а там кто-то жрет. Я бы подумала, ой, сука, неприятно. Я бы вышла. И все. Высокая прическа – признак крутости? Да? Это вопрос или утверждение, или шуточка? Все хорошо, мой особняк вдали от городов и военных баз. Слава Богу, слава Богу. Ой, как бы назвали дочку? Слушайте, это так смешно. Мне, я сейчас, это сейчас не моя там любовь к себе или еще что-то. Мне очень нравятся очень сильно имена Кристина и Марина. Марину зовут моя мама, а Кристину, ну, понятно, меня. Вот просто мне нравятся эти имена. Я действительно их считаю поистине очень красивыми женскими именами, достаточно необычными, и они редко встречаются. Ну, короче. Ну, мы не будем называть дочку так же, как там меня или бабушку. И поэтому я думала производные. Либо Карина, либо Арина, либо Каролина. Ну, Андрей сказал Каролина, точно нет. Вот. Не знаю. Посмотрим. Как тебе идут джинсовки, как для девочек создала свой джинсовый стиль. Спасибо большое. Анастасия, вы меня поняли, да. У меня бабушка просто живет в Одессе, и мне как бы, все, что говорят по телеку, это, к сожалению, для тех людей, которые не имеют, наверное, возможности или доступа к каким-то другим еще ресурсам, поэтому немножко иначе воспринимают всю информацию. Но грудничковое плавание, да, когда Святослав родился, к нам приходили прям на дом, у нас было грудничковое плавание, но потом что-то Святослав переходил, я вам так хочу сказать. Все, вообще, можно не торопиться, вот эти все понты, типа, вот у меня ребенок уже там с рождения плавает. Это, конечно, прикольно, но потом Святослав перестал ходить заниматься плаванием, и все, и перестал. И только он вернулся к плаванию сейчас, когда мы вернулись из Таиланда, потому что половина его друзей умеет плавать, и для него это стало сильнейшей мотивацией. Он, я все. Мой сейчас друг Марк ходит на гимнастику. Он, все, я тоже хочу, потому что он видит, что Марк умеет кувыркаться. Марк умеет за ручки родителей держать, делать какой-то кувырок. Естественно, Святослав это мотивирует. Все. Главное окружение, классно. Ну, правда, для Святослава это все мотивация. Он теперь хочет на гимнастику, он хочет на плавание. Вот я теперь маме Марка говорю, давайте еще что-нибудь придумаем.
у Святослава день рождения 22 апреля. Боже, мне голос реально так хрипит за столько дней. Кристина, в каком салоне вы делаете маникюр? Я делаю в Амина. В круглом доме. Амина. Там я делаю маникюр и педикюр. В семье вы двигатель или Андрей? Слушайте, я даже без капли скромности могу сказать, что, конечно, я и Андрей не обидится, потому что я просто, ну, я просто сгусток энергии. Мне постоянно что-то надо, то, все, мы там только вернулись с отдыха, я уже давай второй планировать, давай уже третий, а потом еще на Новый год куда, а все, а пойдем то сделаем, это, из квартиры также, давай и поедем то посмотрим, то, ну, то есть, как бы, 100% движок в наших отношениях я, и он также скажет. Фу-фу-фу, измена — это самый огромный грех. Да, мало того, что измена, еще такая вот, знаете, ну, как бы, я имею в виду, ситуации бывают разные. Кто-то потом там жалеет, кто-то, да, там, изменил, расходится, а тут прям вот за спиной, вот фу, да, ну, то есть это подло, это даже по человеческим качествам, даже в окружении таких, я повторюсь, людей иметь, это очень страшно. Такие люди тебе всадят нож в спину и не подумают, то есть они будут думать, руководствуясь только своими чувствами, они могут предать абсолютно любого. Это страшно и, конечно, просто стрёмно. Я знаю, что ни одна моя подруга так не поступила, да, бы не увела мужика. Ну, да, конечно, там нет детей, это одно дело, но хотя бы это не должно было бы быть так грязно. Вас подруги обсуждали когда-нибудь? Слушай, ну прям подруги-подруги нет, а так просто какие-то сплетни могли рождаться в Сургуте. Я всегда с улыбкой к этому относилась, потому что они не были прикреплены никакими фактами. А, привет, как делаешь вакуум? Ну так у меня же в актуальном сохранено. Девчата. Андрей, настоящий мужчина, единственный с дома 2. Все, ждал, где же его дама. Это точно, он так и говорит. Какие модельеры нравятся? Слушайте, мне очень нравится одежда Prada. Ну, как бы сказать, что у меня брендовая одежда есть? Нет, я так не скажу. Есть сумочки, обувь. Мне очень нравится Prada. Так все стильно, модно. Dior, может быть, но это такое, мне кажется, что-то взрослое, солидное уже. Вообще у каждого бренда по чуть-чуть можно. Кроме Versace. Versace — это просто вот это Филипп Киркоров. Хотя нет, там, наверное, тоже что-то есть классное. Просто вот в основном бросается в глаза что-то такое сильно ляпистое. А нам нравится Кристина позитивчик. Спасибо большое. Голос сел после выходных. Было очень весело. Мы ели, пили и кричали. До сих пор не могу голос вернуть. Ой, Кристина, как вы питаетесь, чтобы не поправляться? Такой сложный вопрос, потому что у меня все в основном, то есть вот вакуум ежедневный, да, там прыжки, вот я добавила, приседания всегда были, теплый стакан, даже два можно, воды. Это все уже запускает метаболизм, да, плюс это спорт 2-3 раза в неделю. И плюс, так как у меня, ну, я постоянно где-то что-то мотаюсь, я там позавтракала, потом где-нибудь пообедала часов в 5 и, может быть, какой-то легкий ужин, то есть... Сложнее, наверное, когда ты сидишь где-то, да, в работе, в офисе, там постоянно хочется есть. Я когда приходила практику в Сургут, нифига себе, там, вы знаете, сходить попить кофе, это как просто немножко, вот, я не знаю, как сейчас посидеть с видом на яхту, это, кажется, просто самое лучшее времяпрепровождение, что-то какое ты можешь себе позволить. Ты, конечно, его никогда не упускаешь. И начинаешь зажирать. Если вот все эти кофейные посиделки в офисах заменить на поедание хлебцев с кофе, то, я думаю, уже будет прогресс. Выходите почаще в эфир, да я все зарекаюсь, говорю, вот в этот раз буду выходить, и нифига не выхожу. Нифига почему-то не выхожу. Так, покажи, пожалуйста, обручальное колечко. Обручальное вот это? Нет, вот этим обручается, а это помолвочный. Короче, вот два кольца. Почему сухие губы? У меня реально губы сохнут даже летом. И руки, кстати, сейчас начали. Мне кажется, раньше такого не было летом, а сейчас у меня вообще очень сухая кожа. Почему я делаю маски? Надо их почаще делать. Я делаю, наверное, раз в неделю. Надо делать, наверное, раз в 2 дня.
через день хотя бы, мне кожа сухая, она у меня даже, вот прям, знаете, чуть-чуть шелушится на лбу, вот утром, когда проспать, пока не увлажню кремом, даже летом, хотя раньше такого не было. По поводу джинсовки, да, это, наверное, просто зеркальный эффект. Пуговки слева.